Здорово, народ. 17 дней, стекло Xiaomi Redmi 4, кэшбэк 8,75%. Ссылка в описании, регистрируйтесь. Там же будут ссылки и на продавцов, где я покупал данные товары. Переходите, посмотрите, сколько сейчас на данный момент стоит. Вот. И если сейчас все будет нормально, я порекомендую, то берите, конечно же. А если товар плохой, то, конечно же, вы будете предупреждены и не возьмете. Благодаря данному видео. Ну вот, выглядит это таким образом. Упакованный пенопласт. Здесь 3 штуки стекла. Заказывал сразу 3. Будем смотреть, что нам пришло. Не люблю пенопласт, когда рассыпается на столе. Поэтому постараюсь аккуратненько. Так, что хотелось бы сказать. Думаю, многие знают, что на днях повесился... Теперь уже, можно сказать, великий исполнитель группы Linkin Park, Честер Беннингтон, о чем скорбят многие. Вот. Я также очень сильно переживаю по этому поводу, так как последние лет 15 я вместе с его песнями данного исполнителя жил, существовал, бухал, рожал, работал. Ну и так далее. На самом деле, очень грустно, что человек ушел в 40 лет. Такой вот настоящий, можно сказать, гений в своем деле, исполнитель, великолепный исполнитель. Странно все это дело выглядит, но человек ушел из жизни, будучи еще в расцвете сил и... успешным, богатым, ну и так далее, известным. Так, стекло. Стекло, отверстия сошлись. Абсолютно сошлись по центру. Так, 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 еще раз проверю. Сейчас фокус. Фокус. Все четко. Так, еще раз. Отверстия. Вверху все сошлось. Внизу отверстий нету, так как они не нужны. Стекло вроде бы зачетное. Так, может быть, я неправильно приложил? Даже так они сходятся. Но, судя по красной штучке, вот этой, она отрывается и приклеивается стекло так, что первый раз я правильно приложил. К слову сказать, стекло довольно крепкое, имеет скругление по краям, по типу 2,5D, как на данном смартфоне. Ну, в общем-то, подходит, все нормально. Продолжу свою мысль по поводу Честера. Короче, очень я расстроен, не в себе. Уже который день, сегодня 24 число, он 20 или 21 повесился. Вот. И задумываешься, как же это возможно, такое вообще. И почему наши придурки эти, исполнители... Хотя, какие исполнители? Они ж у нас звезды, мать ихняя. Никто не вешается. Думаю, за Киркоровым вам придется еще побегать с петлей. Вот. А вот такие люди уходят и показывают нам тем самым, что они не боятся смерти. Так, что это у нас? Я не сказал. 18 дней, жесткий матовый... Ага, это чехол. Золотого цвета должен быть, позолоченного. Ссылка в описании на кэшбэк, ссылка в описании на продавца. Вот такие дела. Человек повесился в собственном особняке, в дорогущем особняке Лос-Анджелеса. А вы сидите в хрущевке и думаете, как так, как же ж так, а вот так вот. Уважаемый покупатель, ты нам впердоль 5 звезд. Мы так старались, пишет нам продавец, вернее мне конкретно, вот так эта коробочка выглядит, нафиг ее. Кстати, упаковал довольно-таки неплохо, чехол, думаю, пришел абсолютно целым. Вот такой пакетик, фирма, я уже думаю... достаточно известный, и я заказываю вот этой вот фирмы
MC, вот это вот, сами читайте. Не первый чехол и стекла заказывал, у них всегда все на высшем уровне. Кроме этого смартфона, вернее этой штуки, которую я заказал для своего смартфона, я вижу уже вмятину. Вот она. Сейчас я фокус наведу. Так, я думаю, прекрасно видно, что вот здесь вот нарушено. Я уж не знаю, то ли это повреждение было коробки, хотя, ну, тут есть как бы вмятины. Возможно, это Почта России наша, мать ее, помяла. Но думаю, это не сильная проблема большая, я это все выровню прямо на смартфоне. В целом, качество отличное. Сейчас буду мерить на смартфон и посмотрим. Но все равно рекомендую, уже рекомендую, потому что уверен, что этот производитель делает хорошие вещи. Так. Надо как-то нацепить аккуратно на этот чехол, потому что мне этот телефон отправлять обратно продавцу. Он мне прислал его поцарапанный. Так. Тут села, кнопка заела. Угу. Ну, видно, что из-за вот этой вот боковой вмятины чехол сел плохо. Но думаю, если вы будете заказывать, вам все-таки повезет, и он придет не такой мятый. Я, конечно же, попробую исправить этот недостаток. И думаю, у меня получится, скорее всего, каким-то образом вытянуть обратно это дело. Вот. Ну, давайте посмотрим отверстия. Вверху сошлись. Здесь достаточно не по центру отверстия, но тем не менее сошлось. Отверстие под наушники и гарнитуру сошлось четко. Внизу отверстия сошлись также. Все четко. Так, по задней стороне, по тыльной стороне смартфона. Тут вообще все безупречно смотрится. В целом, материал приятный на ощупь. Немножко такой, как бы это сказать, матово-прорезиненный. Отпечатки не оставляет. Материал приятный на ощупь. Видно, что не дешевка. Следы литья практически отсутствуют. Есть тоненькая полосочка по всему краю идет. Вот. Которая, кстати, со временем у вас руками подзатрется. Подзамылится. Вот. Прорези по бокам, так что весь смартфон защищен также с торцов. Раньше такого практически не было. Так. Ну что, зачетный. Пойдет надпись. Довольно зачетный. Рекомендую к покупке. Ссылка в описании. Ну и к тому же почти 9% скидка с помощью кэшбэка. Кэшбэк вам в помощь. Я использую данный кэшбэк уже полтора года примерно, наверное. Ну, больше года это точно. И очень доволен. Никакой вам летишопс, или копикот, или кашалот, или что там еще из зверей и так далее. Вам такие проценты не предложит. Идет розыгрыш призов. Буквально сейчас вы можете выиграть от браслета на руку, трекер, как его там, спортивный, до айфона, мерседеса и денег. Я участвую, прошел первый уровень, подбираюсь ко второму. Вот. Ну и желаю удачи, если вы там будете участвовать. Ну а на этом я прощаюсь с вами. Всего доброго, до свидания. Еще раз говорю, рекомендую. Проходите по ссылке, смотрите, сколько стоит.